Профессия врача – одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как праздник тех, кто посвятил себя благородному делу сохранения жизни и здоровья людей. На церемонии чествования лучших славянских медработников побывала и наша съемочная группа. В зале городского дома культуры на праздник представителей самой благородной профессии собрались ветераны здравоохранения, врачи и медсестры, фельдшеры и санитары, все те, которые связали свою жизнь с нелегкой профессией возвращать и укреплять здоровье людей. Со сцены в адрес собравшихся звучали самые добрые, искренние слова и пожелания. С профессиональным праздником всех медицинских работников поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Мне очень приятно, что в Славянском районе трудится порядка 2000 работников здравоохранения. Вы выполняете главную миссию, наверное, на земле, которая есть. Вы следите за нашим здоровьем. Поэтому разрешите вам сказать большое спасибо. Спасибо за спасенные жизни. Спасибо за ваши бессонные ночи. Спасибо за все, что вы делаете. В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и практическими навыками. Необходима душевная щедрость, чуткость и благородство. Любовь Волкова уже более 10 лет работает в отрасли здравоохранения и с гордостью говорит о том, что свою жизнь она посвятила одной из самых гуманных профессий. Мне казалось, это здорово, когда у тебя будет семья, дети, и ты своим близким и любимым людям сможешь оказать самую первую медицинскую помощь. Любовь Волкова за добросовестный и самоотверженный труд победила в номинации «Лучшая медицинская сестра 2014». Благодарственные письма и памятные подарки в свой профессиональный праздник медработники получили и в других номинациях, в таких как «Лучший наставник», «Милосердие», «Сердце даю детям», «Верность профессии» и других. Традиционно в день медицинского работника присваивается звание «Легенда здравоохранения». В этом году его получила Татьяна Иосифовна Дубенкова, проработавшая в медицине Славянского района более 40 лет. В течение года Роман Иванович постоянно уделял внимание развитию отрасли здравоохранения. Праздник не стал исключением. Он вручил ключи от 3 новых автомобилей главному врачу Славянской районной больницы Юрию Просоленко. Новые машины теперь будут обслуживать поликлинику номер 1, номер 2 и Ордынскую врачебную амбулаторию. Самых достойных, посвятивших свою жизнь медицинской профессии людей, поздравляли лучшие творческие коллективы. Врач – почетная, достойная уважения, благородная и вместе с этим очень ответственная профессия. Случайных людей в медицине не бывает. Чтобы помогать людям, нужно обладать особыми качествами, хранить верность клятве Гиппократа. Профессия врача для меня – это самая главная профессия в жизни. В нашей стране много людей, кто занимается данной отраслью. Но мне бы хотелось сегодня в канун нашего праздника сказать огромное спасибо всем нашим докторам, кто работает в нашей ЦРБ. Медикам люди вверяют самое дорогое – здоровье и жизнь. От них же ждут самоотдачи, оперативности и принятия единственного нужного решения. Такие врачи работают в Славянском здравоохранении, для которых в приоритете профессиональное мастерство и любовь к людям. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».